Неопознанные самолеты нанесли удар по иранскому конвою с танками Т-72, который был замечен ранее движущимся к границе Ирака. Как оказалось, за это время конвой с танками перешел границу Ирака и дошел до границы с Сирией. Там, возле пограничного города Абу-Кемаль, между Ираком и Сирией, по нему ударила авиация. На данный момент пока неизвестно, какое количество техники было ликвидировано во время удара. Также неизвестно, какой стране принадлежали самолеты. По всей видимости, танки должны были пройти через территорию Сирии и дойти до Ливана, после чего их бы передали в руки боевиков для атаки Израиля с севера. Однако неопознанные самолеты внесли в этот план корректировку. Не исключается, что часть конвоя продолжила движение, так как он был длинным, и какие-то грузовики с танками могли уцелеть. На этих кадрах показан тот самый конвой с иранскими танками Т-72, который готовился пересекать границу с Ираком. Израиль осознает все угрозы, которые исходят из Ливана, и перебросил сюда танки Меркава, которые, по сообщениям, уже сегодня днем вели перестрелки с боевиками. Также сегодня днем применялись и самоходные артиллерийские установки М-109. По некоторым сообщениям, часть израильской тяжелой техники уже пересекла границу с сектором Газа и будет проводить зачистку боевиков. Нанесение воздушного удара по иранскому конвою показывает, что Израиль не допустит, чтобы боевики получили дополнительное подкрепление, которое может обострить обстановку. Не исключается, что в ближайшее время израильская и американская авиация начнут более тщательную отработку не только по конвоям, но и по складам топлива и складам с боеприпасами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.